А какая-нибудь спокойная дамочка, не будь такой отвлекающей, чтобы не пошел проводить. И Богу только из-за любви пошел. Вот вы улыбаетесь и скажете, а я действительно, как вас? Ваша Василина. А я действительно Мария Васильевна, ничего вас обожаю и люблю. Вы скажете, ляжьте честно в руку. Ложись. У вас честно в руку, точно я. Ладно, права не скоро. Ляжьте вас честно в руку, права не будет. Лежите, берет, права. Да бросьте, лучше посмотрите. Какая чудная красота, когда луна светит. Какой красивый город. Так и хочется погулять. Да, действительно красота. Она и правда помогает. Если не сильно испытываешь чувства. Многие партийные люди и чиновники отрицают чувство любви. Как вас? Мария Васильевна. А я, Мария Васильевна, готов испытывать чувства до самой смерти и до самопожертвования. И скажите, ударься вас за честную поводу и возьмусь и ударюсь. Поехали быстрее. Ей Богу дались, или хотите в канал брошусь. А, Мария Васильевна, вы мне не верите, а я могу доказать. Ах, Вася, ну что? Че кричите? Ты морду, скидывай пальто. Отпихнешь, надо тыкать. Понял, что вот, скидывай. Позвольте, как же так? Вы сапоги тоже снимаете, они мне тоже понравились. Позвольте, мороз. Но. Ну, вон у дамочки и шуба, и сапоги. Это все женское, мне в нем заметут. Знаешь, что делать? Снял? Дамы не трогайте, а я сапоги снимать. И что, не снимай. А хотя нет, сочетаем долгую историю. Своей клубу. Сиди, не двигайся, тебя не клади. А ежели крикнешь или не двинешься,